Виталик распаковывается. Приехали 12 сентября на природу с ночевкой. Сейчас пойдем в грибы. Нашли классное место. Кирюха, нам сюда, вон. Сейчас идем за грибами. Ну что, поехали. Нарезаем. Вот пакет. Ну-ка, вот подосиновики. Подосиновиков тут, ну, трындец, сколько много. Тут подосиновик. Тут подосиновик. Тут пара штучек. Ну что, насекаем? Давай тогда, короче, знаешь, что ты режь, а я и складываю, да. Будем считать, сколько подосиновиков мы насобираем. Оп, чистенький. Чистенький. Ну, а потом нарезай, а потом будем собирать, точнее, ну, там переберем. Один. Маленький этот будем трогать? А ну забирай. Чё, на суп пойдет. Два. Идем дальше. Третий подосиновичек, красивенький такой, вообще супер. Нет, тоже чисто. Давай. Это три. Вот еще. Где? Ага. Да, это три было. Это четвертый. Четвертый подосиновик Кирюха срезает. Оп. Тоже чистенький. Закидывай. Четыре. Блядь, какие-то немного дырявые, ну. Пойдем сюда теперь. Так, я пару штук сейчас срежу. Оп. Это пятый, да? Оп. Пятый подосиновичек чистенький. Забрасываем тоже в пакет. Вон еще несколько штучек вижу. Оп. Это шестой. Красавчик. Тоже чистый. Так, сейчас, погоди-ка я. Давай вон тот срезай, вон те два. Шесть, да? Да, там шесть. А вон там еще один. Я вижу, сейчас я подлезу туда. Я снимаю сейчас, как ты срезаешь еще два. Седьмой. Давай, седьмой. И восьмой, Кирюха. Ох, как захрустел, прям как будто, блин, кусок мяса порезали. Кусок стейка. Здоровенький такой. Виталик полетел на квадрике. Так, я полезу вон за тем маленьким сейчас через кусты. Сейчас, Кирюха, я там еще пойдем, тоже поснимаем. Оглядываю тут окрестности. Так, еще один грибочек. Пониже его. Опа! Взяли. Тоже чистый. Так, иду. Где ты? Ага. Давай, чикай. Какой-то девятый? Не знаю, я уже, наверное, девятый, да, или нет. Десятый, десятый. Восемь, девять у меня было, у тебя десятый. 10 подосиновичков. Так, давай выходим сюда, здесь тоже же были где-то, по-моему, да? 10. Надо заглянуть. Еще по месту где-то тут рядышком. Ну, тут вроде пока ничего не видно. Держи. А вон еще вижу. Оп. Теперь я буду нарезать. Смотрите, какой классный, красивый подосиновичек. Оп. 11. 11 тоже чистенький. И тут еще есть у нас 12-й подосиновичек.
И здесь. Вон в кустах еще два. Я знаю, сейчас будем собирать. 12-й. Тут два у нас еще. Хоп. Два таких маленьких, но красивеньких. Удаленных. Подожди, подожди, подожди. Все, что, что? Вот где-то. Я вижу. Ага, вот. Еще. Ой, вырубился что-то. Не, оно там гаснет экран, чтобы не садить батарею. 15-й. 15-й. Так, да. Вон еще двое, давай вперед. Можешь отсюда залезть. Сейчас, погоди, я иду поближе. Ага, кайф. Все чистенькие, вообще класс. Ну и как мы, конечно, потом еще пересортируем, перепроверим. Так, пойдем. Давай, а вон вижу, да. Ну тут мы еще не все собрали. Во, и во. Давай, берем с тобой. 17, по-моему. Ты режешь 18-й, я режу 19-й, да. Опять чистенькая ножка, класс. Кирюха еще один секает. У тебя два, да, уже? Ну, всего 20. Всего уже 20. 20 подосиновых. Закидываем. Вот так, situation выглядит как-то так. Ага, еще вот. Вот 21-22. Давай. Давай, срезаем, бери этот. Я вот этот возьму. Опа. Красавчик. 23. 23. Так. Смотрим еще. Ага, тут прямо три сразу. Смотри, какая красота. Три подосиновичка. Супер. Это у нас будет 26. Там еще, да, есть. А, о, еще один вижу, 27 будет. Не, здесь у меня еще маленький есть. Оп, да. Класс. Оп. Еще одна малютка сидит. Маленькая. Ну, пойдет. Сейчас иду. Еще. 26. И там он еще сверху 3, да, и тут. И тут 3. Раз. Два. Три. 29. 29. А он еще 2. Смотри, класс. Ну, тут вот 3. Тут вот. 1, 2, 3. И вот еще 4, 5. Срезай тебе 3, Кирюха. 29 плюс 4, 34. Ну, тут уже слизняк пристроился. Да. Снизу. Опа, красота. Это обрезать. Так. Ой, это... 34. Пошли посмотрим еще. Тут были пару штук. Вот. Еще пара штучек есть. Тут один. Сколько у нас? 34? 35-36 получается. Кирюха срезал. Класс. И я срезаю. Чик. Тоже чистенький, хороший. 35-36. Фух. Ништяки. Ништяки. Пойдем глянем еще. Ну, вообще, конечно, круто. Вон вижу, Кирюха, еще подосиновичек. А, не, подберезовик вижу. Маленький подберезовик. А вон еще один подберезовик. Вон там, вон дальше. Ну, глянь на всякий. Закончим. Подожди.
Осиновиков, да, здесь ножка ползет. Сколько мы подосиновиков срезали? 36 подосиновиков. 36 подосиновиков, блин, на таком маленьком пятачке земли. 36 красивых подосиновиков на таком маленьком пятачке. А вон, что там? Нет, не подосиновик, не подосиновик. Ладно, на этом будем завершать нашу видеотрансляцию. Если еще что-то найдем, обязательно будем собирать. Все, всем пока. Еще нашел? Ладно, все, всем пока.